Ребят, всем привет! Сейчас мы будем проверять свиноматок, беременны они или нет. У нас есть сканер, как вы помните. В общем, сейчас будем пробовать. Can we check this out? Когда... We will use the scanner. Когда мы проверяем свиноматку, мы используем этот сканер. The scanner can only check pigs when they're 21 days pregnant. Этот сканер может проверить свиноматок не раньше, чем 21 день после осеменения. The sow is going for slaughter, so we need to make sure that it's not pregnant. Эта свиноматка едет на убой скоро, и нам нужно проверить, что она не беременна. She's not. Если кто-то знает народные средства, по которым можно определить, что свиноматка беременна, напишите в комментариях. Мне будет интересно почитать, и, возможно, это поможет кому-то другому. Empty also. See? It's just big black hole. There should be little black holes. Должны быть маленькие черные точки, а тут одна большая. Поэтому она не беременна. There's nothing there.